глядеть, пацаны, какую херню я, короче, решил сделать. Не на клепках полых пристегнутый, а попроще немножко. Так вот, херню замутил. С обычного листа вырезал. Две дырочки просверлил на каждой полоске по две, то есть. И болгаркой прорезал. И вот сюда раз. Получается, как на сумках вот эти вот, которые регулируют. Ну что, он довольно-таки крепко держится. Он спереди одна, задняя одна. Надо на КамАЗе тоже клепки высверливать, теперь тоже так переделывать. Нормальная вещь. А то это, как, блин, сказали, на клепки сажаем. Блин, ну такая херня, шайбы друг на друга лезут. Беспонтово. В общем, так вот. У меня вот этот металл двойка остался, нашивок с КамАЗа. Полоска осталась, с нее сделал. А еще батек завязывает вот эту херню, веревки. Нитка вот такой. А нитку он берет из ремня, многоручьевый ремень. Распускает его, нитку достает и погнал. Вон еще куски резины остались. Че тебе там, баба, остался кусок ремня еще? Не весь размотал? Ну-ка, да, я засниму. Че ты заснимешь? Ребятам отправлю, где ты нитку берешь. Или это большой секрет? В ремнях где? Мусор. Какой вот этот? Да. Короче, вот был ремень с Патриота. С него взяли нитку. И вот она на нитке привязывается. И тот конец тоже. Раз завязал и все. Вот такая вот нитка держит этот шнурок.